160 тысяч квадратных метров шопинга и развлечений на любой вкус. Множество кафе, кинотеатр, крупнейший фитнес-клуб. Именно таким торговый центр «Фантастикам» встречает свой 12-й день рождения. Надеюсь, что в следующем году нас ждут тоже великие дела, и мы будем все только делать для того, чтобы «Фантастика» сияла и радовала своих покупателей. На протяжении дня всех покупателей ждали приятные скидки, различные шоу-программы и развлечения. Как правило, подарки на день рождения дарят гости, однако «Фантастике» все наоборот. Поздравляю «Фантастику» с днем рождения. Желаю дальнейших успехов, побольше таких интересных конкурсов. Ну и пусть нас радуют своей красотой. Мы будем в дальнейшем продолжать ходить в этот замечательный торговый центр и радовать родных покупками. С днем рождения, «Фантастика»! Уже вечером на главной сцене торгового центра состоялось традиционное награждение победителей конкурсов. Турнир по боулингу выиграла семья Сабитовых. Победителям вручили кубок и целых 30 часов спортивной игры. Мы выиграем все время, потому что мы очень дружная семья. Очень много времени, наверное, проводим. Сыгранная команда. Очень часто. С семьей постоянно. Вот сегодня точно так же. Поиграли в боулинг. Ходили, покушали. Потом сходили в кино. Здесь же, естественно. Наверное, секрет успеха в этом. За прошедший год в «Фантастике» открылись новые бутики, среди которых такие известные бренды, как «Армани» и магазин косметики «Мак». Торговый центр «Фантастика» – самый надежный партнер в нашем городе, я думаю. Мы здесь открыли большую сеть, там «Мак», «Джо Малон», «Бодишоп» и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Самый главный приз от торгового центра «Фантастика» выиграла Ирина Лазарева. На протяжении целого года именно она накопила максимальную сумму на карте постоянного покупателя. Ирина выиграла фантастическое путешествие для всей семьи. Состояние шока, потому что, конечно, я не ожидала. Вообще редко, наверное, никогда, когда слышишь о таких розыгрышах, как-то никогда не думаешь, что достанется он именно тебе. И, конечно, это очень приятно, да, что можно вот так вот раз и выиграть. Праздник завершился фантастическим концертом Евгения Гора и кавер-группы «Пятый элемент». Юрий Афров, Екатерина Анисимова, Никита Вертлин, столица Нижний.